Итак, обед в Continental Garden Reef Resort. Вот что удалось добыть, собственно говоря, на кухне, в столовой, никак рестораном не назовешь. Это желтый, это как бы рис, макароны, три, значит, помидорчика и булочка. Все остальное такого вида, как будто, блин, кто-то срыгнул. Это вот единственное, что можно было выдернуть хоть какого-то продукта, который можно есть. Вот тут немножко две каких-то полукотлеты было отобрано. Вот, в общем, обеды здесь просто жуткие. Так же, как и завтраки и ужин. Желающие набрать вес или вкусно покушать могут забыть об этом. Зато очень интенсивные и обильные сладкие блюда. Вот это вот масса желатина. Кто не ел никогда желатин, могут попробовать. Смешать это с кашами и получат охрененный просто обед. Вот, поэтому все, кто кушает или отдыхает в Continental Garden, это все практически люди с недоеданием. Вот, поэтому все, кто берут туда путевку, должны знать, что пожрать тут реально не удастся. Кстати, в столовой еще залетают воробьи, которые клюют эту всю еду и без разбора срут в эту же еду. Вот, поэтому ваш организм должны быть адаптированы к птичьему помету. Вот, поэтому любите воробьев и свои желудки. Всего хорошего.